Добрый вечер, дорогие друзья, горожане и гости города. Мы рады приветствовать вас здесь, в Нижнекамске, на стадионе «Нефтехимик», где буквально через несколько минут в очном противостоянии выяснят отношения московский «Велес» и местный нижнекамский «Нефтехимик». Филипп Стаменкович пятый, Дмитрий Михайленко четвертый. Оно решили разыграть. Да, подача с полуфланга не пошла. Вместо этого идет передача в центр. Прищепа, дальний удар. Хороший удар и выручает Игорь Обухов свою команду. Момент, да, у нас здесь сейчас может быть. Неплохая передача. Котик проскочит. Уридия, удар и тащит. Тащит или не тащит? Нет, все-таки тащит. Все-таки тащит Алексей Кузнецов. Великолепный момент. И как здорово Уридия сыграл до конца. Получает мяч от Бердникова. Безрукого, разумеется. Дальше подача. Штрафную площадь. Есть возможность для удара. Можно было там и ножницами, как это любят нижнекамцы. Но в итоге все завершается вот таким опасным ударом. Мяч проходит в считанных сантиметрах от штанги с внешней ее стороны. Ну вот сейчас за головы многие схватились. Скамейки запасных Данила Яшков. А может быть, просто не устраивают те футболисты, которым доверяли с первых туров место в составе Сальников и Лукманов. И сейчас пробуем! Мераби Уридия сказал свое слово. Что ты там говорил в самом начале? Велес — это его клиент. Защитника Велеса и молодежной сборной Беларуси. Но Бацуев — другой вариант развития атаки. Опасный удар. Штанга! И повезло сейчас нижнекамцам. Это в точку. Не спешат они расставаться с мячом. Время играет на их стороне. Бердников загружает туда подступы. Штрафной, опасный момент. Есть возможность для удара. Лайкин. Удар. 2-0 в Нижнекамске. Максим Лайкин. Блестящий.